Взаимный обмен. Посмотрите на движение жизни, как на процесс постоянного обмена. За все нужно платить. Взаимообмен – это закон. Вы получаете, потому что вы отдаете. Вы продаете, чтобы что-то купить. Нельзя говорить о какой бы то ни было независимости. Это в высшей степени заблуждение. Мы все связаны друг с другом, ведь мы – это великое единство. Никто не живет сам по себе. Наша жизнь, так или иначе, протекает во взаимодействии с другими людьми или с результатами их деятельности. Мы все время что-то отдаем, чтобы получить что-то, сопоставимое по ценности с тем, что мы отдали. Иногда эта ценность выражается в деньгах, иногда в чем-то ином. В любом случае, все, что мы получаем, чего-то нам стоит. А за все, что отдаем, мы получаем надлежащее вознаграждение. Но торговля здесь неуместна. Обмен всегда справедлив, хотя в определенный момент может показаться, что это не так. Ищите контакты с единым сознанием каждый день. Проникайте в центр осознанности во время медитации. Только так вы сможете познать себя истинного и перестанете путать себя с тем, кем вы только кажетесь. Устанавливая контакт со своим центром осознанности, вы будете чувствовать, что такое ваше настоящее «я», наблюдатель, для которого возможно все.